Всем привет! Снова собрался на нашу птичку. Сегодня у меня с собой будет 9 пельвикахромисов. Больше 80 гупешек. И 2 пучка яванского мха. Мне его креветки хорошо почистили. Он получился пышный и красивый. Мох у нас обычно пользуется спросом, поэтому я надеюсь, что смогу его хорошо пристроить. Вернулся я с Янгиабада. Мох я в итоге не продал, а подарил женщине, которая у меня берет рыбку. Она в свое время кучу рыбок мне надарила. Меченосцы кои, породистых гуппи. Ну, сегодня я смог сделать ответный жест, потому что оказалось, что ей мох нужен. Вот. Рыбок я сдал на 125 тысяч. Себе накупил сухого корма, такого на пробу. Это тонущий для анцеструсов и креветок. Живой мотыль. И такие брикеты мороженого мотыля. И вот еще взял 4 ампулярий. Я их очень люблю. У меня 3 своих оставалось. Теперь будут еще. Вот такие дела.